понял. Сборная России сейчас появилась достаточно много новичков. Команда почти неделю здесь работает в Новогорске. За этот срок насколько получилось нащупать взаимопонимание, взаимодействие? Срок был приличный. В принципе, все хорошо и плавно готовимся. Вот взаимодействие улучшается с каждым днем, поэтому никаких проблем не будет. Вы защитник результативный. Сан-Марино настроен? Конечно, настроен. На каждый матч настраиваюсь, на каждую тренировку. Вот так вообще результативность в Рубине поражала. Здесь получается на тренировку столько же? Тут немножко другие взаимодействия. И как бы взаимодействие в клубе, взаимодействие в сборной, они отличаются. Насколько известно, сыграете с Сан-Марино в составе? Необходимо. Будет известно в день игры, наверное. На состав не определяем. Я тем более не определяю. Ну, подготовимся, как бы, а если скажут играть, буду играть, если нет, буду переживать за сборную, поддерживать ее. А по тренировкам пока непонятно? Ну, нет, потому что все равноценно, и все в обойме, и все готовятся. А сегодня команда на двусторонники поделилась на составы. Примерно тот, который выходил первым в игре с Чертановым, это была одна команда, соответственно, другая. Какой были вы, и можно ли сказать, что это как бы основной состав и ориентировочно записано? Ну, у нас вся сборная России основной состав, поэтому в день игры будет назван состав на установке, и там уже видно будет, кто играть будет. Не требуйте от Егора назвать основной состав. Там у нас это прерогатива тренерского штаба, да, все. А на самом деле на двусторонке ребята часто майками меняются. Ну, да. У нас некоторые, скажем так, чуть больше футболистов вообще вот, ну, не всегда играют в двусторонках. То есть такой постоянный процесс живой идет, ну, динамически, да, чтобы да. Вы понимали просто. Нет такого. Первый, второй. Ну, да. Еще. Вообще в сборной как бомбардировалось на встрече, может, шутят, ну, столько голов забили. Да нет, шуток нет, но так получилось, так сложилось, что получилось, что забил за клуб столько голов. Я этому очень рад, и это уже в прошлом, надо двигаться дальше. Как, в принципе, самочувствие и состояние? Понятное дело, что все работают и об отпусках, да, не думают, но все люди, и сезон тяжелый в сборной. Да, честно, я в сборной, я этому рад, и отпуск для меня не главное. Если говорить о партнерах, то, может быть, кто-то удивился своим уровнем, и с кем-то было особенно интересно поиграть, кто-то удивляется? Да, всех знаю. Как бы со всеми знаком, со всеми, ну, играю там, против друг друга играем, поэтому удивлений никаких нет, и все как бы нормально. Учитывая, что первый матч у нас Сан-Марино, и достаточно большой сбор был, сейчас больше внимания на Сан-Марино или на Кипр уже тоже успели готовиться? От игры к игре идем, вот, первый соперник Сан-Марино, поэтому готовимся к Сан-Марино, вот. Потом будет Кипр, будем готовиться к Кипру. Насколько велика роль психологической подготовки к Сан-Марино, то есть об этом уже говорили вчера футболисты, что, ну, действительно нет такого. Я понимаю, что каждый соперник, как и все, умеет играть в футбол, но все-таки Сан-Марино такой карлик. Психологически как это отличается подготовка к таким командам, от Испании, условно, в Бразилии? Да, ну, тут проявляется уважение, как бы, и все соперники равны, и на футбольном поле каждый может проявить себя так, что команда выиграет. Поэтому недооценки соперника не будет, и будем делать все, чтобы достичь нужного нам результата, это победа.